Валдане прошел первый этап открытого чемпионата Якутии по мотокроссу. Участие в нем приняли две команды местного спортивно-технического мотоклуба, две команды из Якутска и команда из Нерюнгри. Поддержать алданских спортсменов приехали гости из Амурской области, в числе которых выступили два кандидата в мастера спорта по мотокроссу. Подробности у наших корреспондентов. В Алдане прошел первый этап открытого чемпионата Якутии по мотокроссу. В нем приняли участие две команды местного спортивно-технического мотоклуба, две команды из города Якутска и команда из города Нерюнгри. Поддержать алданских спортсменов приехали гости из Амурской области, в числе которых выступили два кандидата в мастера спорта. Мы приехали поддержать, как бы в вашем регионе этот вид спорта пригласили ваши ребята. Но мы откликнулись и приехали помочь, чтобы люди видели, что какой вид спорта это на самом деле. Заезды прошли в различных классах от 65 до 450 кубических сантиметров по объему двигателей мотоциклов. Наиболее зрелищными стали гонки на объемистых байках. Мощь моторов позволяла показывать мастерство на виражах и трамплинах. Местные кроссеры не отставали от титулованных гостей. Да вообще звери, можно сказать, да. Все летают, все гоняют, вообще у всех уровень большой, то есть небольшой, а опытные все. Мотокросс в России развивается не так быстро, как хотелось бы. В основном, особенно на периферии, все держится на энтузиазме тех, кто действительно влюблен в технику, скорость и извилистые трассы. Технический вид спорта, он, скажем так, все упирается в денежные средства. Конечно, без поддержки властей тяжело этот вид спорта развивать. Все держится на своем личном энтузиазме. Да, трудности всегда возникают. Без трудностей нельзя. Большие трудности, но рассказывать о них не будем. Пытаемся преодолеть, да. Только вперед, назад ни шагу. По итогам первого этапа чемпионата республики по мотокроссу в командном зачете первое и второе места заняли команды хозяев СТМ «Алдан-1» и СТМ «Алдан-2» соответственно. Третье место за командой столица город Якутск, четвертое за нерюнгринцами. В личном первенстве класс показали амурчане. Второй этап чемпионата республики по мотокроссу пройдет в конце июля в городе Якутске. Руслан Павлов, Дмитрий Заливин, НВК «Саха», Алдан.